На 5 локов? Ну давайте локи в инст. А ваша гильдия жарта 8 часов по МСК, да? 18. Или ты про какую? Ну, про ту, которую сейчас рейд собирает. А Редвар чё, лохнул сразу чё? Ну пускай пока поспамит, короче. Я на одну минутку отойду. Редвара нет. Пошарим еще. Еще не плевать, кто сдумли. Там на выходе пиздит. Бля, кто шарит, ребята, кто шарит Вуду? Вуду, а что ты хочешь? Бля, пропала панель нахуй после смены, короче, блядь, класса, блин, рейд не могу увидеть, кого хилить, кого не хилить. Хилить, кого не хилить. Ну понял, отображение посреди экрана, типа первый рейд, там, второй рейд и так далее, список игроков. А чё, какой Губ класс у тебя? Друля. Хуй знает, никогда такого не было. Ну вот, блядь, на кота спекнулся, блин, и обратно потом в эрдру, блядь, и пропала эта хуйня. У меня ничего не пропадает. Спекаюсь в кота, в мишку, в сову, в эрдру. Кстати, а это, блядь, болезнь последнего обновления, что ли? У меня второй раз, нахуй, за два дня я, блядь, захожу в игру, у меня пропадает, нахуй, все настройки, блядь, в смысле, по видеографии. Нет, это ты избранный чем-то. Не, я знаю, там кого-то аддон, так хуйня пропадает, у меня второй раз, мы всегда это хуйня вновь. То есть там размер интерфейса, все вот это хуйня. Есть желающие выйти на улицу от пиздец, Алик? Да мы уже смоним всех, у нас тут все инсты. Заметили, кстати, шторм не сдох. На Джайне. Где это лысое чмо, блядь? Лысое? Тут много лысых чмо, какое тебе надо. Какое лысое? Самое лысое, блядь. Я шапочку для купания одену и тоже будет... Тоже буду. Пойдет! Только я не чмо. Тыкайте, тыкайте, пацаны, он шкаф принес. О, и майка, бля. Давай еще шкаф, че нет. Давай 5 шкафов, нахуй. А вы в курсе, что откадешивается шкаф быстрее, можно вообще 10 поставить. Короче, на секунду релогнусь, блядь, переставлю нахуй это Вуду, ебан. Ой, ебать меня в шоколадный глаз, блядь, квест невелика. Да, Рох взял, вын зашел. Рох, выйди, убей ты. Так угораешь, да? Или я твой голос? Конечно же, это я! Ебать. Если пан пошел в рейд, то это рейд просто топовый, блядь. Сразу. Ой, блядь, забакался что-то. Ну вот кто паровоз поставил, тот пидор просто. Уу, блядь, хую. Сука. Фу, блядь, отойду отсюда. Сами смоньте нахуй. Фу, блядь. Блядь, не одноформно писать, что всю хоть продажу, блядь, сделали, охуеть. А нет. Только за реал, блядь, можно паровоз был купить. Так. Шестого лока брать не буду, взял вара, короче, блядь. Зря, зря. А можно тоже паровозик пиздан за компанию? Ну все, фул рейд, нахуй. Чё там? Дис. Один АФК что? Если шесть локов, пусть так твои струи там пизда будет. Зашел. Вот, будет тяжело, зайду на шамана, на КД. Угу. Тыкните кто-нибудь, а?
Ну вот, поле, это нормально. Ты на шамана, я на ДЦ. Все. Шамана 4 паладина. Захилим. Да, вдвоем. К нехуй. Так, всем бульван еще на ШП зайдет. Кто там распределите, кто что бафает? Вон. Ебать, макрос спамит. И Майка, где сидит? О, Чилик онлайн, который я говорила, что у него два паладина, один на Альянсе, один на Орде, он у меня записан в френдлисте, как Иван двойной паладин. Я горжусь своей фантазией. Господи. Иван двойной паладин — это лучшее, что я могла выдать. Звучит как детское порно с двойным проникновением. Два паладина за Орду в одной гильдии. Я хотела пошутить про голубеньких, но увидела Кирзлорда и думала... Не надо про голубеньких. Я ходил просто и немножко охренел, тут уже про голубеньких ничего. Я имела в виду... Вместо пяти рок тут теперь пять этих? Я воспитан в меру своей извращенности. Я имела в виду магов. А про что вы подумали? Подумали про паладина. Все, Блювана взял. Это у шкафа тыкнет сейчас одно тело. ШПшник хоть один будет. На дно! Дубина в Диссине? Да, я тут. Это я трэшки еще. Ретрик же есть у тебя, да? Ну, я в ретрике, но я смотрю на наших ДДшников и думаю, может, мне в танках. Че, топовые ДДшники сильно? Ну, и выдержут танки. Сейчас посмотрим. Если не выдержу, ну, Мишка может... небольшой, но очень мощный. То есть тут он умеет. Не в мощи, тут же в агро проблемы. Одна сова уже не выдержала. Так, я думаю, пора подрубить активацию голосом. Этот Мишка у меня танчил бисовую пати в Зумане. С одним рогой на пулером. Сон. Или, пожалуйста, бафа паладина. Не хочет баф. Да-да-да. Да. Че, я МТ-5, дай кидаю. Танк такой-то. Вальзи здесь. А гильдия? Да. Кореш. Ну, кореш. Ну это лучше, чем парень, да, Кирс? Назовем это тиммейтом. Я конечно люблю, но иногда твои комментарии меня убивают. Составляют красные. Значит, недостаточно любишь. Я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет разбита. Я закончу то, что начал у часов не последней надежды. Ты бы Вот тебе и нафу. Вот тебе старшком. Ты что, залагал уже, да? Да. Да-да-да. Я сначала думал опять же. Сейчас ребутнет, ребята. А, то же самое. Они просто все сдохли. Сломить его было очень трудно. И я подверг его душу ужасным мучениям. Из-за сов все проблемы. Так, ребят, дубина, башня в каске, убор. В конце концов, все вы будете слушать мне.
Кинь тут сложен, блядь. Ноу! А что у тебя? Чрезмерно сложная задача. А вопросик один можно? Вы зеленку низите или не, на... Не. Ну, я просто смотрю, там много на себя жали, поэтому что мне на себя жать? Это не честные жадины. Вот. Ну, уже есть. Не хочу тебя обидеть, он уже везде. За каждую снеденную зеленку минус кровь. Ну, давай, давай, сейчас глянем на этих жадных. Ну, эти танки, не бахнут сразу. Думаю, что за сова у меня в друзьях? А это, кажется, воет. Что за сова у меня в друзьях? Выделяют. А что тут непонятно, если воет написано в начале, значит, это воет. Сдалека, он бежал сейчас вдалека. Корона? Я релогаюсь. Надеюсь, это не танк. Силов кокон. И этого тоже. А его за что? Да за что? Я даже дебилый был о чём-то. Ща я еще понял, на прививке гляну там все. Что-то ник знакомый какой-то. Да не, не ты. Ну, я релогай, а вы скулили. Нет, было не так. Мы скулили, а танк релогается. Короче, виноват, как обычно, там. Виноват, согласен, согласен. Я считаю, виноват Орел. Не скомандовал нормально. Минус один Орел. Сукин сын. Если Орел нуб, ни один сын. Там что-то Лёха хотел спросить, по-моему. Смотри, как только сказать... Я перед её привет. Говорю, не путай берега. Если сейчас будет ролить Настя, мы пойдем 4 сундука закрывать в клуб цел. В зал. Угу. Тоже нормально. Ну смотри, один на кораблях, второй на сурке, третий на вале, четвертый. Ну вот и как понять, что сказал пианист, который зашел сюда, сказал я Настюха, вот... залагал и ушел, блядь. Я его пытаюсь перекинуть в другой чат, спросить, что он хотел, а он уходит. Не, он тебе привет передавал, искал, не путай берега. Да, я такая сижу, думал, к чему. Он сказал, не путай берега тебе. Ну, он, ну, начнем с того, что не трезв. Но я не услышала ни про берега, ни про приветы. Я не поняла. Пришел, наехал, ушел. Я уже не знаю, я не успеваю к трэшу подойти, у меня уже тычка на фу ебала. Я даже не коснулся, понимаешь? Я не успел подойти, меня уже сбил. Да напуливают на тебя, что ты... Так, Кладбону я помогал осколки собирать, он меня точно не напугал.
Откуда ты знаешь? Может это нож в спину? Теперь я тебе помог, но ты не полутаешь, да? Я бутылка в жопу. А это жестко. Одного нет. Я второй раз бахать не буду. Где он? Рыбку поставил. Да. Красава. Не, он стоит на месте. Сейчас прошу. А, он пишет, бегу, блядь. Сам ты тауринище! Тауриница вообще. Гнев, гнев, гнев. У тебя две кнопки, гнев и звездопад. Памяш гнев, пока не прокнет звездопад. Звездопад, пока не прокнет гнев. Больше нет кнопок! А если девка будет говорить об обратном, скажи, что я играю за... Девка пиздобол, если он будет утверждать обратно. Хера же нет. Ты щиты так пробиваешь. Да что так лагает? Понял. Там будет два счета. Плюс 10 крон. По 2 часа в каждую руку. Чисто такое. Считаем, со всех сторон нам пожился. Да. Там вместо... Там аура чисто шевышка. На жопе два надо. И наебал еще. Шлема тоже щит, кстати. Тадамово листочка будет. Там вместо листочка там тоже маленький щит. Где-то. Чувствую, на шамана придется заходить. Да я Тавриница хочешь. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы.
Самый опасный это моб, на котором мы грани. Что пульсирует в жилах? Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Гать, говори гоп. Пошел. Они когда меня с пламенем не видят. Вой, тут такое дело, я не в курсе. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его. Откажется поверить. Куда сквернение выносить? Уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой. А вы тоже с ликвидуктором гоняли? Паладин такой, блядь. Это шедевральный человек, зато он шмотки. Это вообще покупает. Такой черт, он в нашей гильдии был, бля. Пизда, он такой крас. Крабовые палочки? У нас он, по-моему, семеру на орке давал. Привычки на роде не изменяют. Это, короче, как наш один ДДшник, он заменял, сколько, 7 тысяч, да? Грубо говоря, три таких ДДшника заменяет нашего одного. Вот, говорю, он, блин. Как у нас там Делор сдаёт? Как у нас там Делор сдаёт? Вот, а это 7к давал. Как бы прислужник в центре? Или это не тот парень? Это не опасный. Он охлащен. РДД, треугольничек бобить вот сюда. Да его теряет смысл уже, бля. Ты нахрен его, зачем ты его, блядь, к себе? А какой там извращенец ДК? ДК-2? Подолбаю бог здесь. Сдохните, белисник, я притягиваю, да? Да, нормально. Ебать, адрес слали приведу. Тут это ВХ работает, я просто, блядь, не писал, да. Одна из меня, охуенная тактика. Да, когда свои становятся трэшем, фулл бурс. Ну что ли, покойте, у нас минус один же. У нас тише. Ну похуй. Наоборот. Все, погнали. Можно лапку? Давай. А, да, кстати. Нахуй. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Слуга.
Не убили. Так, что ты куришь? Поделись. Спиды. Не знаю, но кинь мне тоже и дряни, что есть у тебя. А как не порваться? Это благословение. И покажи чужакам мощь нашего господина. Это шутка, шутка, ребята. Это просто два сухо. Мы не переведем, наверное, 10 секунд. Он уже вышел. Блин. На профессоре. Сегодня, блин, офигела. Просто профессора с зергом в ХМке. Да нормально, блин, так и надо. То чувство, когда контроль просто в мелизоне появляется. Тоже весело. Воля господина. Ваша смерть. Осколок. Неизбежно. На крест идем. Мне Ямайка спишет Изихон. Купите кто-нибудь место на квест. Да. Мне кажется. Да, наверняка. Мне кажется, халявный квест никто не пустит. Разве что если в Хейме у кого тоже сделан. 5 кг. Кстати, может. Может быть. За 750 УД, ребят. 5. И шанс полутать самого дешевого боя. Лови дракона слева. Кто, блядь, за альянс играет? Тренировать страху и подписывать тому же. Да, кстати, какой хрен туда вообще пропить? Кто-то с Аликов много играет. Кикай. Мочи шахида, Лёха. Мы будем сдерживать орду, пока вы не подготовитесь к взлёту. Пехота усмирит
массу, да, чтобы побыстрее залить. Скромные, блин. Коронавирус метр от всех держит. Ты прям зауважал. Так, а, да, да. ДПС мало, либо... либо я... ну, либо я... либо я зажралась. Ну, чё-то прям вообще даже трэш улетает, нет. Второй вариант... второй вариант был поинтересней. Не, даже с кугами бывает, прям улетает трэш, а тут что-то прям вот. Чё у меня будет здесь? Ладно, вопрос, а почему Крэйзи Бук там дает пиздец? Ну потому что тут моб сагренный, бля, чтоб боя не было, да. Его убить. Он издалека стоит, о, притяжечка. И их всех отвели. Кука. Сало дайте ему. Бля, только дожрал, блядь, остался чеснок, будешь? А чё, нам дальше, да, квест? Надеюсь, квесты все взяли. Разверните. Я специально дико позвала, чтобы он меня дамажил. Он даже не таунтится. Нормально, 150%. Уварчик это как? А просто смотрите, какой он нам череп. Я в палатке. Друйка его вообще вел. А в палатке? Там куча грязных тауренов. Чё-то мне туда страшно выходить. Я тут постараюсь. Чё в палатке раздают? Бекон. В палатку, блядь, фейс-контроль работает. Не мытые, не бритые, до свидания. Помой турены и заходи, вот правильно. У женщины с косичками под мышками не допускают. Не, я имела в виду картинку Белоснежка, ну да ладно. Прям рядом. На свадьбе. Вообще ничего удивительного, по-моему. Козика, вставала на свадьбе стрелять.
Ты же сова. Ты вообще в сов стрелящих много в жизни? Спасибо. Сов стреляющих? Стреляющих, ладно. Ну, будет СПД больше будет. Все резко поменяется, да? Сильная сова, иди с руки хуярься. А ты, блядь, юзаешь вот эту хуйню алхимическую? Да, блядь, она на пулях багнутая, можешь не юзать, блядь. Я заебался сегодня, блядь, днём, наверное, раз 40 ебанул. А вы не пробовали отменять и заново? А не просто заново юзать? Давайте сначала корабли, потом квест. Да. Ох ты ёбаный ты по голове, бляха-муха, у меня квест на десятку будет. Блять, а тут работает хуйня так же самое, как с заразой, типа, блять, если в 25-ке один сдаёт, второму защиту. Нет. Не этого мамонта, который тут стоял, спасибо. Кстати, на этом этаже можно создавать, персонаж. У нас хилов хватает, я в пушку хорошо. Главная сила. Я в прошлый раз ушла. Кто там еще просто вроде ушел, и мы все вайпанули. А чё с нажимаешь пушку сейчас? Что это там вдалеке? Смотри, мы вместе сидим. Вы, ты же был сегодня, когда мы Байера убили? Байера убили. Чумой. Ну покупатели. Чумой. Кто ты с Байера? Что, да не сам к чему добежать? Соуе, выходите, пожалуйста. Это несложно. Кибучку ломают. Почему я не удивлен, что это конь? Да ладно. Ёбаный, сука, Мурудин, блядь. Да я уже вижу. Какой друид, а какой паладин? Какой паладин? Бля, кто думал, что его так шотать начнешь, что ты сразу крикнешь летим назад? Меня Мурудин ебанул. Да вы вообще туда могли не перелетать. Я думал, будем стоять по 2-3 раза, блядь, защиту. Силы туда не летают.
Не-не-не-не-не, забудь, меня выкинуло вообще на платформу. Я схила мало. Его больно бьет, слышишь? ДК больно. Это который с великаном. Подожди, подожди, брат, не прыгай. Все, прыгай. Кольцо там ранее. Че, идем сдавать квест? Какая баф, пожалуйста. Соединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя блядь. А, у меня крест 2 минуты на шамане. Ой, спасибо. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Тогда можно не сходить за вара. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы назвали его... Ну я так 20-ку даю. На Орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду... Тебе на кого зайти? Да на этого надо, что ли, на тропах? Мой сын остался бы цел,
и чист. Про Флама Тимбрлича. Сегодня я исполню это обещание. Жалкий старик. Ну что ж, герои. Да, естественно, больше. Могущественно про имя короля Лича. У нас было второе ТРЭ. ДК забери. Погоди, сейчас проки пройдут, погоди. Ну для пуга Рейдекс это нормально, в принципе. Это скилл, это скилл. Киньте моему пэту иннер. Ну такого я еще не слышал. Нормальная тема, ты чё? Насколько сомнительно звучало лоб вторая пати, вся вторая пати? А вы лучше хили бы? Ты не уронил, не уронил. Да ладно. 10 лет. Только не скажи, что она нарвала. Пожалуйста. Да какой там нету воли, пиздец, там специального. А вы сразу тут уши развесили. Это было низко. Я могу сказать, что упала воля, блядь, роли. Там не открыли, никто не пошел. Красиво будет, красиво. Я открыл уже. Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайся. Бывит. Ты. Наблюдает за нами. Лучше говори по времени сервера. Да, а то я занервничал. Нихуя себе 0-0. Что он по времени сервера, вы не поверите. У тебя без 25 получается по серваку. И вот этот человек мне, когда я собираю зуламан, говорит, я спать хочу. Я после душного рейда обычно не хочу вообще ничего кроме. Такой, как у нас был вчера зуламан на 4 сундука, было весело, ребят, там не... Да, Настюш? Это а что у вас там такого было? У нас был шумогол. Прости, господи, блядь.
Ну, это если смягчить. Вот только, только чудом мы все-таки закрыли 4 штука, и я не знаю, как еще это называется. Что вам свойственно? Какой-то... Все беспокойся. Просто хилил ее. Молодец. Бля, буду у него твинк или редуктор. Жених был, да? Нет, тебе надо было сказать, что это не ты, типа, ошибся, ты чё, чувак? Нет, в смысле, у тебя в игре на... Чё там, на циркуле такой жених был? Это не говорит никакой Вася. Вот он. Ку Вася. Три протовара на трех разных аках, чтобы в трех ок. Чтобы разом опять нормально. Протовар опять как вообще нормально или сломано? Нахуй рейд, только воин важен. Попал, да? Нихуя не говорит. Какой ленточка? Ролем. Да нахрена она вам нужна, блять, эта лента? Роли ленточку. Дисконнект, что ли? Нет. Ебать, матрица, нахуй. Там майка первый скоро ляжет. Во всем виноват ролл, блядь. Который выиграл воин, блядь. Ленточка настолько ценная, что я ее за урон роль. Короче, лог от перераливай, я перераливаю. А, погодь, я не ролил вообще. Вы че, я хилю, блин. Мне нельзя роль. А больше 97 не кинешь, все равно забей хуй. А сейчас смотри, сотку выкинь. Давайте, ролите. Сотка. Видал 32 на. Так, ну чё, мы ролим? Так, лог повторю, от и нерм перерол. Лежать, пылесосать, сычара! Слышь, чё, а мы точно ленточку ролим, а не нормальную шмотку? Не-не-не, ленточку, ленточку. Так, там ладно, где-то. Они волю ролят. А я 97, молодец. Нерм, кинь обмен, пожалуйста. Вот. Так он проебал, я 11 кинул, а он 2. Он это я вообще-то 2 кинула. А... Кинь, пожалуйста, ну, мне обмен, я тебе отдам ленточку. Если ну, а это йотан, блядь, а то ты не называешь йотан. Так, господи, лох, от, кинь, нерм, обмен, пожалуйста. Значит, эту ленточку я оставлю себе. Да сейчас кинь.
Вот же, вот это я. Бля, что происходит? Слушай, за ленточки поссорились там. Я сказал, что ему скучно будет слушать тактики, поэтому он пойдет музыку слушать. Микродик. Я была. А что, так можно было? Нет. Так можно только человеку трудь бисовым шмот. Да, 4-5. 4-5, но я пойду себе музыку Дубина, вот ты, блядь, мерзкий, я тебе со всех персов это пишу. От пишет, я отдала ленточку Оту, а он пишет, продам ленточку за 5к. Белга. Камага, нахуй, не сгады. Говорят, прибить, да? Прибегать я бафлю. Бафы, баф, баф. Вышел наш войд погулять. Вышли локи все покурить здесь. Почему раньше это не сказал, мне было 97? Нет, в смысле, если она серьезно кому-то нужна, то можете подбежать к какой-то герцог. Ну отдай назад ей просто и все. Так, как вы тут делаете? Какие вносите, какие нет? Ага. Ты на мак поставил. Не, я про то, какие по счету, блядь. Первые бустятся, а вторые... С какой выносить? Все, понял, все. Спасибо. Бля, мак, мы скулили. Бля, мак, зря. Ты не расходись, не стесняйся, чё. Одну, блядь. Вы чё, сука, дайте нам, блядь. Колоклона. Прохил, прохил, прохил. Я не вижу её, я не достаю. Туриницу можно ронять, нормально. Туриница, вагон. Пельменец. Да куда тут хилы? У детей ДД. Тут хилы. Маха, давай ты потом мои эти оставишь. Мои тотемы, нахуй. Похуй, я уже блюю. Они вместе. Свингеры, наверное. Бля, ты ему больно уже бьёшь. Гоняйте станки, или что ты там делаешь? 4 хила. В прямом выпыльнули, не успел спекнуть. Там почти один. Там много я на ТП, что полжмота, сука, хила полсовый. Блять,
Блять, Адвенс, ты заебал приармяниваться, ёбаный мопед, блядь. Я армянивался. Я не жизнь, что ты так одинок, блядь. Блядь, не трамвай прокатись, поджимайся. А ты выскочил. Я без... Во, без сферы. Короче, если будет газ, я сдох. Комика. Ты красавчик. Ах, я тут аж проснулся. Поешь. Просто красавчик. А чё, у нас два хила или чё? Я чё не пойму. Я его даже чувствую. А пал ещё один. Прист, шаман и пал. Всё что. Надо, я здесь. Фомане прислал. Фомане прислал, у меня шмот немного был. Немного был ВП, не то смог. Сейчас я посмотрю, где какой шмот падает на шамана. Я релогаю. Да нет, ну сейчас отхитим нормально, не надо сейчас заходить на никакого шмота. Дайте минуту поставить сходить. Давай после этого после. Блин, так-то хорош, шмот падает. Тут. Что ты спрашивал, да? Слышь, что ли, я что-то не пойму. Там кольцо-то, блядь, с аметисту ока-то, блядь, там же есть без духа, а есть, блядь, с хостой и с монорегом. Я нашел тебе 262-го элема. Нормальный шмот.
И знаешь, что у тебя был на циркуле пес под ником Куку Вася. Правильно, локомотивный Вангар, блядь. О, сука, еще и шалаф этих впихнули. Че танки распределились, кто где? Дымок постоянно покажет, нет? Дерево, кстати, тоже вроде. А может, это он кричал, что басса слушает? Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи! Но без герба. Ты нормально будешь стоять, шамат? Там Элем, да. Да, он этот Байер. Просто он видит, что мы в целка спросил, обычка, не обычка. Этому делать нефиг. Шмот нормальный. Паладин опять сухой. Регень ману, блин, от джаги синей. Коника потом его посмотрим. У него нет. У него один Т-10. И больше световых частей. А ну скрипт и Холи Паладина носит вообще за 200 ОД, я не знаю почему. Что сейчас будет 5 стаков? Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Нет.
Ты так и не вставила в бошку камень. Господи, ты даже меня не осматривал. Настя, в голову что вставлять? А профа бить не будем, типа? Настя. Это на успех? Мы потом репатс небольшой сделаем и пойдем нормально. Сейчас напишу, я там за шмотом смотрю. Что вставлять в голову камень? Маленький. Щебень. Я пора, подожди, подожди. А на кого идти? На кого идти, ребят? Угу. Поставь группу, а? Не отдал, отменил из-за того, что отбросил. Блять. Угу. Ну да. Если бы группа была. Да, кстати, если вдруг из Мелика кто-то отвалится, есть фекал еще, который не против сходить. Ну, это шаман, которого добрали, говорит, если что. Не могу дать. А, да, сейчас. Да, лог сделал. А, фу ты. Конец отрезать, либо. Извиняюсь, я в рейде новенький, просто анролы есть. Если есть, то что? Да, мне тут отсюда вообще только теренаска и нужна. Больше ничего не надо. Вот просто интересует. Да? Бля, ну там это сейчас умеешь не ранил, но он там меньше. Он один только кинул ролл. Да.
55 выиграл. А ну у меня невосприимчивость. Танк. Сейчас узнаем. Ну да, давай его сделаем после этой пачки. Владимир, за кем ты хочешь не верить? Да, звездопад.